Всем привет, ребята! Ну что, вот у нас и наступил 30-й выпуск под названием «Финал марафона по ширпокейсам». Марафона на по ширпокейсам, как обычно, закинул на баланс 250, промокод на 30%. Только что вот буквально в комментарии скинул подписчик. Ну все, чувак, вот тебе там мой промокод финальный, вернее, мое пополнение финальное по твоему промокоду. Сегодня действуем по той же самой схеме, мучаем ширпокейсы и, как я говорил, в самом конце мы зафигачим контракты. Мы будем фигачить контракты, то есть на данный момент у меня сейчас есть 28 скинов, которые можно вкинуть. Вот, посмотрим, сколько выпадет. Ну, все-таки вот эту вот, где этот фосфор был? А, подожди, я же фосфор уже слил давно, да, поэтому, ну, все. Тогда. Что-то я вот не знаю насчет вот этого. По-моему, вот этот вот он будет поприкольнее. Ну-ка, дай-ка я сейчас гляну в это, в стиме. Посмотрю, что у меня тут, какая стоимость. Если что, я его оставлю тогда на этот. Себе тогда заберу. Если, ну, скорее всего, у меня есть подозрение, что он статрековский. Потому что вот это вот сколько стоит? 742 здесь. Но это тоже статрековский. И какой после полевых испытаний. Вот здесь вот, вот тут не видно. Ну хотя он 634, наверное, столько же и будет стоить там. То есть не намного дороже, скорее всего, тоже после полевых. Вот, сейчас у меня 28 скинов. В принципе, достаточно будет двух, чтобы сделать три полноценных 10 штучных контракта. Ну, к этому мы еще вернемся. Колесико еще не крутил. Давай глянем какие-то неиспользованные бонусы. Ну-ка, что тут за бонусы-то? А, подожди, скин у меня есть. Я же на 250 пополнил, я ж могу получить, да? Смотри-ка, я скин получил. Ну-ка, что тут, какой этот скин? От скольки рублей? От 30 до 250. Окей, сейчас я крутаную колесо и посмотрю, что там. Хер его знает, что мне здесь за бонус выпадет, потому что вроде я сегодня ставлю жирный промокод на 25%. Ну, мне ты как раз, мне ты точно нахер не нужен будешь промокод. Ну, на 25% он вообще нахер никому не нужен будет. Я его даже показывать не буду. Что выпал за скин? Ну, смотрите, выпал тег Айзек за 30 рублей. По-моему, он, да, выпал? Ну, точно, тег Айзек за 30 рублей выпал. Все, я его, кстати, не могу не вывести. Я его могу только продать. Ну, и, соответственно, я его и продаю. Вот, чудесненько. Давай глянем, что у нас тут по фрикейсикам. Что тут, 250-250. Ну, крутим. Давай мне нож, короче, с фрикейса, и это будет прям смачная точка на финал, на 30-й выпуск, на финал, да? Нет, ну ты даешь алоха. Ну, алоха это для лоха, поэтому я ее продаю, потому что она мне нафиг не нужна. Давай, вот теперь ты мне ножичи, да, хочешь дать? Ты или распространение АВП? Нет, ты мне арктический волк, да, хочешь дать? Ну, арктический волк, он тоже такое себе, да? Тоже такое себе. Вот ножик сейчас, да? То есть по возрастающей же там пошло. Там сперва что за 15 рублей, сейчас за 37. А нет, снова алоха, но подороже, да? То есть, ну, она мне нахер не нужна, тоже продаем. Все. Ну, на баланс мы закинули бабла, получается, подняли маленечко, да? Ну что, погнали. Погнали мучить ширпокейсы. Давай, короче, по 10, чтобы сильно не затягивать. Посмотрим, что он мне там надает. Насует сегодня. Насует. Ну, насует-то это однозначно. Вот только чего он насует? Чего вот он только насует? Непонятно. 19. Пока как бы ни о чем, да? Вот. Все-таки хочется сделать три полноценных контракта. Вот. Ребят, напомню, что 1 числа я буду проводить розыгрыш. Так, давай-ка глянем. Буду проводить розыгрыш. Условия... Подожди, что-то я понять могу. 15, а, вот 15, да. Условия розыгрыша будут под, в описании под видео. Вот. И один нюанс, маленький нюанс. Чтобы не пролететь с призом, если вы выиграете, то ваш аккаунт должен быть открытым. У вас должен быть открытый аккаунт. Вы, по крайней мере, на 1 ноября его откройте, не забудьте. Если все-таки решитесь принять участие там, да, потому что шансы на самом деле очень высокие, так как заявок немного еще. Пока что заявок немного. Шансы очень высокие. Поэтому есть вероятность вам что-то, какой-то дроп все-таки унести там, да. Вот, я сразу говорю, то есть там не будет каких-то супер-пупер крутых там скинов, потому что, ну, сами понимаете, то есть у меня еще не раскрученный аккаунт, и расшвыриваться там дорогими скинами, я не вижу смысла. Я не вижу смысла. Поэтому, то есть, ну, или хотя бы в любом случае, то есть приятно будет кому-то скинчик там, ну, хотя бы рублей за 100 там,
за 100 вытащить. То есть в любом случае это будет приятность. Так, ну а мне пока он 30-й выпуск, то есть юбилейный, несмотря на что это третий юбилейный выпуск наш. Поэтому, но пока что, ну вот пока что по 90 дал. Посмотрим за сколько. Обычно по 90-ки они 41. Ну что-то тут нормально, по крайней мере хоть что-то тут дал. По крайней мере хоть что-то, да, то есть вот, по крайней мере хоть что-то. Смотрим дальше, что дает. Смотрим. Смотрим, наблюдаем. Так, а что-то звука совсем нет. Ну-ка, давай мы звук маленечко добавим. Во, звук теперь идет, да? Ну, тут борода полная. Ну, тут еще что-то есть. Там что-то сопротивляемся, да? Что-то, по-моему, громковато. Вот так вот. Громковато. Подубавим. Desert Eagle. Desert Eagle, хрень полная. Продажа. Продать. 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 Ну. Что? Нет, это не то. Давай. А что-то это. 30-й. Ну, подожди, сегодня у нас понедельник, да, получается? Сегодня понедельник. Понедельник. Он, по-моему, по вторникам он хорошо дает там, да? У меня же там выпуск, когда во вторник я записывал там, когда у меня там понасыпал там скинов. Вторничный же выпуск полно был, да? Вот, скорее всего, наверное, во вторник и это. Скорее всего, ребят, завтра будет он сыпать хорошо. Поэтому имейте в виду. Имейте в виду. Вот так. 80 на 83, значит, что-то... А, еще P90. Ну, стабильно P90, который окупает, да? И ночные операции, которые ничего не окупают. Которые ничего совершенно не окупают. Ну, давай ножи. Так, тут херня. Давай еще. Что, все, да? Ровно будет 30, да, у нас, то есть ровно тридцаточка будет. Ну, хотя шанс еще есть там что-то, да, то есть вот еще ночные операции, конечно. Ну, я не помню, когда мне последний раз они за какие-то приличные эти... А вот, ну да, 46, вы посмотри-ка. Что-то приличное это может дать, может. Может. Короче, давай мы поставим жирную точку, то есть выбив нож с фрикейса. Ширпокейса. С фрикейса уже не выбьем, все. Ширпокейса поставим жирную точку, выбив нож. Так, давай водички, водички. Нож. Так, игл. Еще что ли? Что-то тут сочное, нет, 20, как бы, ну, шляпа всякая, шляпа. Ничего сочного. Ничего сочного, ничего интересного. Так, а у меня... Что-то, блядь, почему-то последнее время перестал мне показывать, пишет у меня видос или не пишет. Вот это меня очень сильно напрягает. Меня это прям очень сильно беспокоит. Давай. И я просто понять не могу, как мне понять, пишет или не пишет. А ну-ка, подожди, вот так вот сделаем. Запись идет, ошибись, значит пишет. Ну давай, что-то, ну, он мне, короче, насыпал больше, чем нужно мне было скинов, да? Вот, сейчас тогда мы посмотрим, что мы с ними сделаем. Может, значит, хочется вперед все-таки самый дорогой, короче, контракт запилить там, да, посмотреть. Ну, в принципе, что тут? А что? Ну, будем пилить самый дорогой. Будем пилить самый дорогой контракт за весь марафон открытия этих ширпокейсов. Посмотрим, что тут. Так, что, 55. Тут, по-моему, 55, это значит ни хера. Ну, смотрите, еще. А, ну тут уже все. Ну, хотя, черт его знает, он сейчас может рублей там на 40 сыпанет, значит, еще открытие на 10 кейсов будет. 55, а, еще вот эта штука, да? Ну, он сыпанул, ну, все-таки опять этот петушара. Опять петушара этот выпал. Пробуем. Не хватает, но на 5-то хватит, да?
Не, ну в принципе петухов дает. Как бы сколько он там уже их. Посмотрим, сколько я чё, не помню. 4, по-моему, уже, да, брат? Ну, это шляпа. Давай еще. И что давай? Давай. И балабас. Давай, о, нам 2 хватает. Тут все. Все. Ну ты даже, да, вот это вот мне не захотел. Даже это мне не захотел. Давай, 3. Ну, ты мне, в принципе, окупил, да, кейс? Ты мне окупил и дал на 3 открыть попытки. Чтобы мне ножик тут дать, да? То есть вот 3 ножа, чтобы вот этих дать, то есть ты мне дал. Хрен-то там. Какой я наивный, оказывается. Так, ну. Ну что? Что? Все, это все. Так, с кейсами покончено. Все, фиг, смотрим, что выпало. Смотрим, что выпало. Так, слушай, я забыл, короче. Было 28. Не, подождите, было же у меня. Ну-ка. Доступный для продажи. Вот. Загрузить еще. А вот вы. А вот где еще фосфор этот у меня. Вот и что, я хотел фосфор еще свой глянуть. Вот фосфор я хотел бы забрать, наверное, вот этот. Сколько ты тут стоишь? Тут обычно у меня фосфор за 247 рублей, да, то есть вот. А этот за 500, вот. Ну, скорее всего, вот его я и выведу. Вот его я и выведу. Так, давай смотрим. Так, что, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. А, 12 здесь получается, 36, 37, 38, 39. 39, и фосфор я заберу. Фосфор я запрошу сразу. Вот. Ух ты, охренеть. А нахер мне тут замена? Если мне фосфор нужен. Блин, не знаю, может заменить там скоростной зверь, ну это М-ка. У меня там М-ок тоже уже, в принципе, хватает. И все, и что. Вот, на наклеечку, да, давайте заменим. Подожди, если я сейчас сделаю замену, он мне разницу вернет на баланс, но... Хер с ним. Не, я не буду заменять, я тебя позже выведу. Все, мы тогда начинаем, ребята. Мы тогда начинаем. Начинаем. Так, начинаем с самых дешевых. С самых дешевых, которые... Так, подожди, я... То есть вы не... Подожди, вы не все тут высвечиваетесь, что ли? Подожди, у меня же было 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 24, 29. А там же я 39 насчитал. Блять, что-то. Подожди, или ты не все высвечиваешься? Хер с вами. Все там, не все, ты посмотрим. В общем, 42, 40. Вот есть 43, 43, 41, 41, 41, 41, 41, М1, да? Тык-тык-тык-тык-тык, 44. Не вижу просто, как бы. Вот еще 40. 43 тут, да? 43. Те как спрятались, падлы. Так, 2 контракта надо. 40. Давай, 44. Значит, вот 44. 44, 97. И вот 44, 97. Смотрим. Короче, 10 предметов на 429 рублей у нас можем выбить от 107 до косаря 700. Давай, создаем нашу заветную букву и погнали. То есть контракт номер 1. Смотрим, что он. Чем он нас порадует. 107, смотри, он прям дал вот за 107, то есть вот этого прям за 107, по минималке дал, сука. Ну, сорян за маты, короче, ну, других слов я... так, отсутствуют предметы для контракта, давай. Что значит отсутствуют? Ничего мы... За... Чё ты тут мозг мне чешешь? Так, вот, еще появляется, да? Фосфор. Так, давай, что смотрим. Ну, 100. Ты. Так. Ищем. Ну, походу вот 40, 44. А вот 43 есть, да, еще. 44. 40. Так, это уже 56 пошел. 63. 46. Так. 40. 46, 48, 48, 48, а вот еще 44, да? Оп, сорян, так, ты отсюда кикайся.
Вот он. Оп. 48 дольку просим. Вроде так. Контракт чуть подороже. 458. От 114 до косарь 800. Может, давай букву Х ставим. И погнали. Давай. Удивляй. 257. Ну, что-то поприятней, поприятней. Nightmare какая-то. Давай еще раз пробуем. Пробуем. Давай еще раз контракты. То есть мне надо, чтобы ты обновил, потому что я не вижу полную линейку. Или хотя, подожди, давай нахуй так сделаем, потому что... Вот, теперь я вижу полную линейку. Так, теперь начинаем. Начинаем увеличивать там, да? Так, подожди, мне надо сейчас... что сделать? Сколько осталось? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь... 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. Мне надо же самый дорогой как-то сделать, 21. То есть стоп, здесь, значит, хоть как минимум на 2, здесь как минимум на 2 контракта. Это стопудово получается. И один я вывожу, то есть 21, вот, вывожу. Значит, получается, мы делаем вот так вот. Где тут 53? Ага, 56. Ох, 45, 52, 52, 44, 49, 49, 48, 48 там, да? Вот, это получается все, контракт на 500-очку, на 5-хаточку. И дальше уже скины, которые у нас уже... Давай, смотрим, смотрим, третий контракт, давай. Чё ты дашь-то, скотобаза? Ну, радуй. Фамос Стикс. Не, ну Фамос-то мне, в принципе, нужен был. Фамос мне нужен был. Так, еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать. Нет, подожди, по-моему, какого-то этого скина не хватает. 12 же должно быть. Раз, вот он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12. Все, вот они, 12 скинов. Так, и что? Тогда что мы сделаем? Что мы сделаем, чтобы у нас... один вот этот мы просто если я сейчас вот этот и вот этот не закину, то есть ну контракт не будет очень дорогой там, да, вот эту давай, короче, мы вот эту вот хрень продадим. Ой, блять, не, я не сюда, вот сюда вот так вот мы сделаем доступный для продажи. Вот эту вот херовину мы продаем. На ее мы открываем 10 быстро, вот так вот открываем. Ну, то есть сейчас быстренько мы сливаемся, короче, быстренько. Быстренько называется, хера там, да. Взял и не ту кнопку, сука, нажал. Сука, ты мне нож все равно не дашь, поэтому не тяни, давай. О, на 6 рублев, прикинь, прям на 6 рублев мне сыпанул. 30 на 6. Отлично, то есть это все, это как бы... фейл уж на фейле, то есть и вс... ну продаем, ну на даже на 2 не хватает, даже не хватает на 2, но тут еще, наверное, на 1 то хватит, да, тут еще скорее всего хватит на 1. Затягивается видео, и прям троллинг засчитан, троллинг с ножом. Ага. Ну тут тоже засчитано. Блять, что ты творишь-то? Ты это. Вот скотина. Нехороший какой. Император кому-то даст. Все, вот это все, да? Все это да. Гоним в контракты сюда. Так, и чё тогда? Мы фигачим в контракты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Смотрите, ребята, контракт. На 2 косаря. Контракт просто на 2 нахер косаря. Можно вот такое, можно вот такое. Ну чё, наша любимая буква. И давай, в путь. В путь, сволочь. 600. Ох ты чё. Хуйня, конечно, полная. Честно, извините за маты, но это полная хуйня. Это полная хня. Ну, я тем не менее, я ее выведу, потому что у меня, в принципе, цель-то и была, как бы это. Вот. Вот. То есть, смотри, сколько. Блять, я знаете, что забыл? Я забыл посмотреть, сколько у нас это всего-то было, получается. Если учесть, что первый контракт был 400, потом 400, 500,
Это ты полторушка, и где-то на 4 с лишним тысячи у нас тут было сейчас, да, то есть вот. Смотрите, что я могу сказать, вот, и вот это я, похеру, что она М-ка, я ее все равно запрашиваю. В общем, что я хочу сказать, то есть было потрачено сколько, 7,5 тысяч за это время на ширпокейсы, поэтому вот по сути, да, то есть все, я окупился, то есть я реально окупился в плане того, что выпадали скины, то есть они недорогие, то есть они там выпадали это, в плане того, что если их можно было выводить и потом через торговую площадку продавать, то есть это, естественно, окуп, это был окуп, но у меня цель на самом деле была другая, то есть цель была проверить шансы выпадения ножа из ширпокейса. То есть за 30 дней, то есть мы видите, сколько в итоге открыли кейсов, там, да, 8800, ну, из них может быть кейсов там сколько, ну, 200, это до этого я там закинул, там, да, то есть когда вот эта штука мне выпала, вот, ну, где-то примерно 8500 ширпокейсов было открыто. То есть было открыто примерно 8500 ширпокейсов, то есть и ни одного ножа не выпало. То есть это либо я такой счастливый, там, да, либо невезучий, либо просто звезды так сложились. Вот. В общем, сегодня был финальный выпуск по EasyDrop. Я напоминаю, что 1 ноября будет проходить розыгрыш. Условия будут в описании под видео. Так, ну, эти скины я буду в любом случае выводить. Ну, а мы с вами увидимся уже через день. Завтра у меня я ничего не буду писать, то есть завтра отдохну, и уже мы потом будем записывать. Я вот сейчас думаю, какие сайты выбрать, то есть либо там Force Drop выбрать, либо там еще какой-то, да. Вот, ну, склоняюсь к Force Drop, скорее всего, по нему будем записывать 30-дневный марафон, то есть тоже какой-нибудь будем кейсик мучить один, смотреть, что из него можно будет выпустить. Вот, а на этом я заканчиваю. Все, ребята, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и до новых встреч.